Мы сейчас будем играть в эту игру. Прикольненько. Давайте пусть она загружается. Это очень классная игра. Это классная игра очень. Вы можете назвать это игру. Она очень классная. Видите? Мы хотим сделать это. Ну кто это делает? Хорошо. О, здесь делаем вот так. И... Вот, видели, как? Здесь эта штука должна тебя подвигать. Да. Видели, что эта штука. Здесь ты нужно как-то её... Вот с этого посмотрим. Я смогу? Вы как думаете? Давай. Мы сможем. Нет! Чёрт! Не получилось у нас. Не получилось, где нож? Такой человек. Дальс. Оп. Ну да. Не знаю, как оно. Вы видели, он ударился головой. Офигеть. Ну это, конечно, ок. Думаю, сейчас будет ок. Смотрим. Не получилось у нас чисто. Где? Даже нет. Вот. Да. Пытаемся здесь на 10 сделать. Оп. Не получилось у нас. Эта карта не бесплатная, она стоит деньги. Найти игру. Но только их нужно заработать. Посмотрите сами. Okay. Where would you like to go? Видите? Много денег. Даже много денег. Классно. Сейчас поговорю. Ой, интересно. Кстати, вот так будет, да? Блин, хорошо. Сейчас думаю, вот это. Оп! Да, чё? Сейчас мы займём. Чё делаемся, да? 7. Прыгаем. Делаем сальто. Ой! Ну так. Ну, что, наверное, не получится с ним. Получись! Да! Сейчас ещё ближе она будет. Нет, только не... Чёрт! Прекрасно, на таком хорошем моменте. Оп. Чёрт! Прыгает! Нет, нет. Десять! Конечно, не слышу. Нет! Не повезло тебе, пацаны, просто. Что ему повезло. Ими такого хозяина. Ну, довольно классная игра. Довольно классная игра. Оп, прыгаем. И так. Оп. Нормально. Я считаю так. Оп, нет, это классно. Нет, он чуть не захлебнулся, наверное, так. Это будет бочка.
Бочка, это когда типа там увидеть там бочку, значит это сюрпризик там создать. И сразу прыгайте туда. Ну, если вы там, ну, вы там вообще умрете. Ну, лучше прыгайте. Потому что сюрпризик выпасть. Или бегайте кто-то. Вот. Вот билетик такой. Видите, билетик сюда. О, ну можно все-таки офигеть. Серьезно. Еще можем? Серьезно. Тебе лайком, чтобы получилось у нас. Как думаете, а кто там? Ну, как думаете, может, давайте вот такого получим? Вот так. Ну, конечно. Ну, жалко. А он здесь за 80 можно, офигеть! Ну, серьезно. Да, представляешь, что без билетиков можно. Ну, тут кошечка. Интересненько. Это штучка, да? Ну да, получилось. Так, тух. Оп! Получилось! Самой большой высоты! Почти. Вау! Это самая большая высота! Самую большую высоту мы проиграли. Я долго учился, чтобы так. Ну так. Честно, он потонул. Как вы можете считать, это классно. Это потонул. Ну, конечно, вот это. Значит, мирить-то. Ну, как тоже, если у меня уже. Еще, оп. Делаем сальтуху. Их! Так маленько, да? Не пойму его вкус. Оп. Так, нормально-то. Оп. Бамбочка! Черт, не получилось бамбочку сделать. Оп! Пускай! Попробуем довольно. У меня как-то не получается. А, не получилось. Оп! Ага. Почти. Давайте болеть на меня. Кто-то поставил лайк? Вот кто сейчас не поставил лайк? Кто-то сейчас поставил минус. Вот я и проиграл из-за этого. Вот уже тот пацан какой поставил минус, уже поставил лайк. Нет, решил минус поставить. Да минус не ставить, ставьте плюсики. Давайте. Вот если не получается, то вы ставите минусы. Мой друг, что-то он даже старается. Не может. Видите, не может чисто бить. Бить.
Ну, он должен сдать игры. Давайте попробуем еще раз. Давайте попробуем еще раз. Он дарит разговор. Ну. Не, лучше не надо. Хух. Мне очень жутко. Ты вот все угорает, да? Да. Почти самое большое восстание. Нет. Это мне. Карта новая. Карта новая была. Давайте увидим. Пещера. Куда жутко. Реально там. Давайте дойдем до самой большой. Оп! Это минус. Так, мне надо минус. О! Вы видели! Оп! 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 Я так любил. Ничего не нравится, нормально так. Скажите, нормально вот так прыгать. Вот. Вот так. Нормально так прыгать. Классно. Конечно, что он дарался. Напишите в комментариях. Вам очень больно, когда вы ударяетесь. Ну и как сильно. Мы почти дошли. Мы стоим на вот этом. Давайте. Давайте. Оп! Слово, вот что стоит, вот это. Чего не готовы, блин? Нет. Чисто да, я. Кто-то честно не поставил лайк. Одевайтесь полностью, что не поставили лайк. Сейчас мы найдем хоть. Ну и с вами был Рами. И всем пока-пока. Ставьте лайки. Я играю намного больше мне. И не в виду, я снимаю каждый день хоть по 4 видео. Каждый день по 4 видео могу снимать. Это зависит от вас. Если вы поставите лайки и подпишитесь на канал, может это сбудется. С вами был Рами. И всем пока-пока.